Маленький. Будешь гулять по чистоте. Смотри, как я тебя убрала здесь. О, будете прилетать, я вас буду кормить. И будет тут чистенько. Ресторан целый. Такой красивый у вас будет тут. Будете у меня в красоте гулять. Мои драгоценные пернатые. Друзья мои. Крылатые. Так. Вот, видите, вот идешь. Вначале вроде не замечаешь. Вот, вот она, вот, понимаете? Откуда оно прилетает? Бог его знает, Бог весть. Вода все-таки, ой, в смысле ветер, порывы вот эти, может, приносят. Ну, конечно, бутылки бросают, я не знаю. Вот кем надо быть, чтобы вот видеть такую чистоту и бросать? Не знаю, ребят, образумьтесь. Вы нарушаете гармонию, когда ссорите, понимаете? Вот гармония во всем должна быть. В человеке, в природе, во всем. Вот. Мне не трудно, я уберу, но вы же понимаете, что ну, вы потом идете по этим местам, как по помойке идете, понимаете? А так вы идете, а тут красота. Представляете? Вы идете, а тут красота. О, таблетки съели, выкинули от таблеток в упаковку. Ну, это же тоже вот непорядок, да? И главное, что из окна кидают, я понимаю. Это не прилетело ниоткуда, это прямо с окошка. Так. Вот, одела такие перчаточки и хожу, собираю хламёжник, мусорчик. Такая Алёнка. Ой, так, Алёнка Желанкина собирает мусор. Вот, смотрите. Следуйте моему примеру. Вышли из своего подъезда, взяли, убрали около своего подъезда. Знаете, как приятно потом ощущать себя, вот, понимаете, человеком. Ой, видите, что-то сходит. Что-то красивое вот оно зайдет. Цветочки какие-то. Не на помойке взойдут, а на красоте. Вот, смотрю, у людей сюда окна выходят. Вот. И людям как-то все равно, что у них под окнами. Как у них тут. Вот. Вот это, конечно, потрясает. Что людям все равно. В основной массе людям. Ну, люди есть приятные, люди говорят, вот благодарят. Я ходила по дому. Очень даже люди благодарят. И как бы даже с пятых этажей вот люди наблюдают, говорят, видим как. Вот казалось бы, им высоко, мусор не видно. Они говорят, как приятно, что есть человек, который вот так порядок наводит. Вот. Кто-то ехидно говорит, дворником только быть, раз ни к чему талантов нет. Но я уверяю, Юлечка, подружка моя бывшая, талантов у меня много, способностей тоже. Ты сама это знаешь, как никто, ты со мной дружила. Вот, соседушка моя.